В Петербурге задержали автохама, который напал на парковочного инспектора, когда тот хотел зафиксировать нарушение. Давай, что ты? Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать? Все, ну еще, еще. Еще. Ходи. Еще. Ходи. Давай, давай. Еще. Водитель старался придать себе грозный вид и запугивал сотрудника, затем начал громить его машину. В открытую конфронтацию инспектор не вступал, запершись в автомобиле. В итоге нарушитель сломал зеркало и скрылся, но вскоре оказался в отделе полиции. Теперь он фигурант уголовного дела о хулиганстве, а его машина отправилась на штрафстоянку.